الله أكبر. ماما. تعال أفتح بابك. زيد الحين جوا. بابور عندك. الله أكبر. الله أكبر. تدمير دبابة. هاي جوبر دمشقي. جبت هاي جوبر. الله أكبر. ما سخاص الدبابة بس ما شاله. ما. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله اكبر وعزة الله لواء حذيفة بن اليمان قام بتدمير دبابة بيت 72 الله اكبر الله اكبر وما رمى يد ادرمى لكن الله اكبر الله اكبر اللهم سدرهم يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لكن العساكر شعفوا العساكر يلا تبديل على السريع شباب عم بدل عم بدل الله اكبر بي ام بي الله أكبر 23/6/2013 تم تدمير عربية بي ام بي الله أكبر ولله الحمد تم تدمير عربية بي ام بي على المتحلق الجنوبي Террористы выгнали жителей из домов, прилегающих к трассе, и активизировали нападение на проезжающие автомобили. Войскам поставлена задача очистить от боевиков эти дома и обеспечить безопасность дороги. Высокая плотность застройки усложняет задачу. Каждое окно – угроза. В каждом доме может находиться огневая точка боевиков. На трассу выходят бронегруппы.
Группа боевиков прокралась в здание возле дороги с другой стороны. Это было не очень удачной затеей. Их обнаружили. После первого выстрела корректировщиками опять обнаружено движение. Видимо, выбрались террористы, которые сидели в подвале. Поэтому боевикам были выданы вторая и третья порции. И на десерт удар артиллерии. Артиллеристы сработали отлично, поразив цель первым выстрелом, несмотря на дальность несколько километров. Добавки не потребовалось. Танки прикрываются дымом. Наблюдатели наводят их на цели. Пехота приступает к зачистке. Террористы открыли огонь. Пехота отходит, и ответный удар следует незамедлительно. Пощады террористам ждать не приходится.
Водитель грузовика убит снайпером боевиков. Из-за постоянной стрельбы снайперов родственники не могут забрать тело. Они попросили о помощи солдат. Командир танка находит решение. Бой за дорогу продолжается. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. В то время, как на левом фланге идет борьба за безопасность трассы, на правом войска начинают освобождение промышленных объектов. Пехоте при поддержке танков и БМП предстоит атаковать несколько зданий. В зданиях находится большое число хорошо защищенных огневых точек, что затрудняет штурм. Улица, по которой пехоте предстоит продвигаться, простреливается множеством снайперов и пулеметных расчетов. Разведку боем производит бронетехника. Танки прикрывают друг друга, не давая высунуться гранатометчикам боевиков. Сзади танки прикрывает БМП. В действие вступает пехота. Под плотным огнем противника солдаты не могут атаковать и вынуждены идти вперед, прикрываясь танками. Задача танкистов – довести пехоту до ближайшего атакуемого здания. Необходимо довести пехоту до баррикады, чтобы рывком влево она могла ворваться в здание.
Бандиты обстреливают танки. Пушка БМП помогает им успокоиться. Как только наблюдатели обнаруживают противника, танки открывают огонь. Боевики пытаются достать пехоту, но она под надежной защитой. Медленно, но верно, солдаты идут вперед. Огневые точки в атакуемом здании наконец уничтожены.
Танки подавляют огонь по пехоте, ведущейся с других зданий. Эти дома будут следующей целью. А теперь под прикрытием левого танка на штурм. Очищенное от боевиков здание. Выполнив задачу, машины возвращаются. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах, там тавдир дабаби. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар, хадид тахислим джамай, там тавдир дабаби. الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله والنصر للإسلام والمسلمين سنقول بجسر الشغور الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله تكبير الله أكبر دبابة عبد الرمي عبد الرمي للجنوب هاي الدبابة اللي طلعت من مدرسة الحكمة ووقفت عبد الرمي باتجاه الجنوب كيف 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 انت عارف الله اكبر الله اكبر الله اكبر في نص الدبابة في نص الدبابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا شباب اقسم بالله نزلوا عساكر اطلعوا عساكر اطلعوا عساكر الله اكبر ابو زيدان اعطيني اياكي تمام تمام ان شاء الله قريبا بيني وبين المسلمين كلها جاي ان شاء الله يا شباب الدبابه دعست عسكري اقسم بالله دعست عسكري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الدبابه سحبت رجعت على مدرسه الحكمه رميله لا لا عبد الحميد عبد الحميد عبد القفدر يصحح الرمي